Вот что значит здоровый образ жизни для ребенка. Заниматься спортом, двигаться, есть фрукты, чистить зубы утром и вечером. Много двигаться, мыть руки перед едой и заниматься спортом. День здоровья – неотъемлемая часть оздоровительной программы в детском саду. В течение дня с ребятами проводят познавательные беседы, интересные физкульт-минутки и мероприятия в игровой форме. Мы всегда активно проводим праздники здорового образа жизни. И на этой неделе у нас тоже посвящается этому праздник здоровью. В музыкальном зале для них приготовили настоящий спортивный праздник с веселыми эстафетами и конкурсами. Посоревноваться в ловкости, смелости и выносливости. Вместе с ними в этот день пришли и сказочные персонажи Баба-Яга и доктор Айболит. Продолжился праздник занятиями в бассейне. Такие мероприятия приобщают педагогов и детей к здоровому образу жизни. Организация Дня здоровья является не только одной из множества составляющих процесса физического воспитания дошкольников, но и является универсальным средством решения многих важных педагогических задач. Главное из которых – расти детей здоровыми, сильными и жизнерадостными.